Компания Comas Group – это крупный агрохолдинг федерального значения. В состав агрохолдинга входит 19 предприятий по переработке продуктов питания. Они работают в 4 регионах Российской Федерации. И мы, безусловно, как любой другой бизнес, сталкиваемся с рядом проблем. Это технологические проблемы, проблемы производственного толка. Но самое главное из них на сегодняшний момент – это проблема отсутствия высококвалифицированных кадров. Высококвалифицированных кадров именно рабочих профессий. Можно построить абсолютно любой завод, поставить самое современное технологическое оборудование, сделать лучшее программное обеспечение. Но пока в картинку не будет вставлен вот этот маленький, но очень важный пазл, ничего хорошего не получится. Этот проект будет обречен на фиаско. А сейчас я говорю именно о тех людях, о профессионалах, коих на рынке либо очень мало, а по многим отраслям и вовсе отсутствуют. Это люди рабочих профессий. А именно поэтому мы придаем очень высокую оценку проведению подобных конкурсов. Мы считаем, что это позволяет не только молодым людям определиться с профессией, выявить лучших в этой профессии, но и самое главное – поднять престиж профессии, рабочей профессии. Для нас это очень важно. Я практически уверен, что по результатам конкурса все участники уже завтра столкнутся с проблемой, будут отбиваться от работодателей, которые будут предлагать безумные контракты, интересную работу. Но мы, безусловно, как агрохолдинг, тоже всех ждем на работу. Мы с моим мастером, с Мариной Николаевной, очень много времени проводили в лаборатории. Мы опробовали очень множество вариантов блюд и искали то самое, которое подойдет именно для этого конкурса. У нас было много блюд, 2 модуля, в каждом по 3 блюда. Это обязательно была холодная закуска, второе, ну, основное горячее блюдо и десерт. Мультиварка нет, не пользовалась ей до этого. Теперь, думаю, буду. Это как бы серьезный и важный очень подарок на кухне. Мне кажется, каждая хозяйка на кухне оценит, особенно повар. Мы проводим сегодня 2-й чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Главная цель этого чемпионата состоит и даже не только в том, чтобы сравнить о том, как мы готовим кадры в сравнении с мировыми стандартами, но и привлечь молодежь в производственной сфере экономики, показать красоту труда рабочего. И вот сегодня мы уже можем говорить о том, что площадки чемпионата, только 5 площадок Ижевского торгово-экономического техникума посетило более 800 школьников. В Можге по площадке ветеринария более 1100 школьников. А если по итогам прошлого года, то мы получили посещение более 10 тысяч школьников. Участие в чемпионате социальных партнеров – это очень важный момент в развитии профессионального образования. И мы благодарны агрохолдингу Comas Group, поскольку 2-й год подряд вы помогаете своими призами, ценными подарками для победителей чемпионата.